Всем привет! Ну вот и пришло лето. По всему городу разлетелся тополиный пух, а это значит, на дворе жаркий июнь. Насколько будут жаркими эти выходные, сейчас расскажу. В субботу днем будет ясно, к вечеру пройдет мелкий дождь. Столбик термометра днем покажет плюс 23 градуса, ночью плюс 13. В воскресенье весь день синоптики прогнозируют солнечную погоду. Днем плюс 19 градусов, ночью плюс 8. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.